привет! Меня зовут Даша, и сегодня у меня будет новый обзор, в котором я познакомлю вас еще с одним интересным проектом. Это проект BitGert. Но, как всегда, напоминаю, что в своих видео я никогда никого не призываю инвестировать. Я только знакомлю вас с проектом, поэтому куда вложить свои деньги, вы решаете только сами. Итак, BitGert – это криптоинженерная организация, специализирующаяся на массовых блокчейн-решениях. Они специализируются на технологических продуктах и решениях для аудита, в то время как их токен Bryce приносит пользу инвесторам, делая ставки на вознаграждение BUSD, а их смарт-контракт также имеет функцию обратного выкупа, которая помогает в росте цены их токена и делает его еще более дефицитным. Итак, их токен Bryce можно обменять на PancakeSwap, также еще можно купить с помощью кредитной дебетовой карты. У проекта есть еще партнер по обмену, это xt.com, и здесь можно купить и продать токен Bryce по нулевой комиссии. Итак, далее посмотрим их продукты. Итак, первый продукт – это решение для аудита с поддержкой лидеров. BitGert Audit специализируется на безопасности блокчейнов, используя передовые технологии искусственного интеллекта и ручную проверку кода их экспертами для защиты смарт-контрактов и блокчейнов. И запустился этот продукт 27 августа. Следующий продукт – это кошелек BryceDApp. BryceDApp Wallet – это приложение с несколькими монетами, которое позволяет безопасно отправлять, получать, хранить и обменивать различные криптовалюты. Программа предоставляет вам безопасный ключ доступа, который защищает ваши активы от несанкционированного доступа. Он также имеет поддержку MultiCoin, которая позволяет вам покупать и обменивать тысячи монет и типов блокчейнов. Кошелек BryceDApp будет доступен для установки на мобильные устройства для iOS и Android. И запустился кошелек 28 октября. Следующий продукт – это программа ставок Bryce Revenue Sharing. Ставки Bryce – это программа, разработанная для распределения доходов с их инвесторами и вознаграждений AutoBNB в форме BUSD с дополнительной доходностью API 80%. И ставки запустили совсем недавно, 7 декабря. Далее их Bryce Swap, то есть личный обмен. Bryce Swap – это децентрализованная биржа, построенная на Binance Smart Chain. Она быстрая и недорогая альтернатива PancakeSwap. Также запустилась совсем недавно, 7 декабря. Также еще хочу рассказать про их криптокошелек и шлюз для децентрализованных блокчейн-приложений. Во-первых, здесь легкость использования, так как они внедряют в свое приложение новые технологии, которые были тщательно оценены по критериям стоимости и простоты использования. Также содержит безопасный перевод. Их приложение включает сетевой протокол, который устанавливает зашифрованный туннель, позволяющий войти в систему на компьютере и сделать передачу данных безопасной. Также еще очень большое разнообразие, так как они создали их приложение со всеми необходимыми функциями, которые помогли улучшить контроль над операциями и ускорить процесс обмена данными. И приложение уже доступно для Android и скоро также будет уже доступно и для iOS. Далее расскажу немножко про токеномику токена Bryce. Итак, здесь есть статические награды, то есть можно получить вознаграждение в размере 4% от каждой транзакции в BUSD просто для ставок. Также автоматическая оплата каждую минуту, то есть вы можете потребовать свои награды, разместив свои токены на их платформе для ставок. Система обратного выкупа. Здесь 5% от каждой транзакции добавляется в кошелек для обратного выкупа, поэтому они могут регулярно выполнять обратный выкуп. И обычные ожоги, то есть все токены, которые они выкупают, они их сжигают, что еще больше повлияет на цену токена.
Также глобальная экспансия BitGet. Это экосистема BitGet предоставляет простые, быстрые, безопасные, надежные криптовалютные продукты с низким уровнем риска, чтобы наиболее важно и надежно защищены и анонимны. Платформа также предлагает функцию стейкинга. Здесь вы можете сделать ставку токеном Price, чтобы получить вознаграждение BUSD плюс еще до 80% API. Для этого вводите нужное вам количество токенов и стейкайте их, выбирая удобный для вас период. Это может быть 30, 60, 90 или 180 дней. Итак, за 30 дней возврат идет до 6%, за 60 дней возврат идет до 13%, за 90 дней уже идет возврат до 20%, и максимальный период это 180 дней, здесь уже возврат идет до 45%, и также он заблокирован до 20 января 2022 года. Чтобы начать стейкинг, также необходимо подключить свой кошелек. И здесь нет минимального лимита для ставок. И максимум вы можете ставить 999 миллиардов токенов Брайс каждый раз. Также на сайте мы видим, есть дорожная карта проекта, где указаны все планы по развитию. Фаза запуска уже завершена, также фаза роста завершена, фаза расширения уже завершена. Дальше у них идет этап кредитования и обмена, и следующая фаза будет фаза блокчейна. Еще на сайте также есть белая бумага, где описывается весь проект в деталях, и с ней может ознакомиться любой желающий. И также еще очень важная новость, то что у проекта проходит airdrop на 50 тысяч долларов. Они будут проводить раздачу 23 декабря. И чтобы увеличить шанс выигрыша, необходимо поделиться ссылкой на YouTube-канал и указать адрес своего кошелька. Вся подробная информация о раздаче есть у них в официальной странице в Твиттере и Телеграм. Присоединившись, вы всегда сможете быть в курсе всех актуальных новостей, сможете следить за развитием проекта, за его обновлениями, за всеми раздачами. Поэтому всю подробную информацию я оставлю в описании под видео. А на этом мой обзор подошел к концу. Всем спасибо за просмотр, подписывайся на мой канал и увидимся уже в следующем видео. Всем пока!